Что вдохновило вас на эту коллекцию? Именно на эту коллекцию меня вдохновили мифы Древней Греции, нимфы, музыка, искусство и древнегреческие танцы. Вы продюсер Couture Fashion Week. Как все это началось? Мне всегда не нравилось, что в Нью-Йорке проходит только неделя моды прет-а-порте, и я постоянно размышлял о прекрасных шоу в Париже. Потом я задумался, а почему бы не сделать вот такой Париж, но в Нью-Йорке? Уже в процессе работы мы стали приглашать дизайнеров-кутюрье со всех стран мира приехать и показать здесь их коллекции кутюр. Мы пригласили дизайнеров из Южной Африки, Колумбии, Аргентины и многих других стран. Теперь нас все знают, и неделя моды растет с каждым годом. Мы начинали с 6 коллекций, и сегодня мы уже представляем 19 коллекций. Так что с каждым годом мы расширяем границы, и неделя становится все насыщеннее. Что еще увлекает, так это то, что каждый год мы находим новых уникальных дизайнеров со всего мира и открываем их для американского рынка через телевидение, прессу, клиентов. Мы открываем новые имена в мире моды.